конкурсы, игры, мастер-классы и шутки. Участие мог принять каждый гость праздника, приуроченного ко Дню защиты детей. Юные артисты творческого коллектива «Вдохновение» поздравили ребят из Центра социального обслуживания «Семья» с наступлением лета и каникул. И, естественно, мы подготовили программу, чтобы наши дети не скучали. Мы с ними будем играть, шутить, и к ним в гости придет Шапокляк. И она будет всю дорогу хулиганить. Ну и в конце, конечно, она исправится, попросит прощения. И все будет хорошо, мы вместе с детками будем петь, танцевать и играть. Булавка! Сейчас кого-нибудь уколю! К общему веселью присоединились герои из мультфильмов. Андрей побывал в роли клоуна, кота Базилио и зайца. За 4 года занятий юный актер научился перевоплощению. «Веселить зрителей – это мое призвание», – говорит воспитанник театральной студии. Привет, малютки! Да какие же они малютки? Вон как вымахали! Первый, кот Базилио, мы будем маленький отрывок делать из этой сказки, где приходит Буратино, и мы с ним будем вести диалог. 15 детей вместе с родителями стали активными участниками праздничной программы. По словам заведующей отделением реабилитации центра, такие добрые встречи здесь проводятся регулярно и всегда доставляют воспитанникам много радости. А положительные эмоции очень полезны для развития детей с особенностями. Мы работаем с детками, оказываем социальные услуги. Эти услуги направлены, естественно, на развитие, общее развитие детей. То есть это и психокоррекционные занятия, и занятия по развитию каких-то творческих способностей, по формированию позитивных интересов. У нас работает логопед. Совместное участие в конкурсах подарило заряд бодрости и детям, и взрослым. Ни один праздник в центре не обходится без подарков. Ребятам вручили сладости и канцелярские принадлежности. Салюты шариков и фото на память стали отличным завершением этого дня. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».